понедельник юные тверские фигуристы вышли на лед с заслуженным тренером России Виктором Кудрявцевым. Легендарный тренер провел мастер-класс для детей и поделился секретами профессионального мастерства. Как это было, увидите в сюжете из Дворца спорта «Юбилейный». Мирослава занимается фигурным катанием с 3 лет. Сначала прошла подготовительный курс и в 4 года вышла на лед. Сейчас девочке уже 9 лет. Она идет вперед, впереди своего возраста, по крайней мере. Ездим в соревнования, многих участвуем. Есть и поражения, и победы. Всего хватает. Юной спортсменке, как еще 20 детей, выпал уникальный шанс получить новые знания и навыки у звездного спортсмена. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Виктор Кудрявцев провел мастер-класс для лучших фигуристов из областной столицы в возрасте от 6 до 9 лет. Начался урок с азов фигурного катания. Надолго нога, щели. Бесспорно, юные спортсмены волновались, ведь не каждый день есть возможность выйти на лед и получить знания у звезд фигурного катания. Легендарный тренер поделился своим спортивным опытом не только с детьми, но и с их постоянными тренерами. Дети заряжаются чем-то новым. В любом случае, это человек, о котором им рассказывали. Они получают какие-то, может быть, новые знания. Что-то им говорят другими словами, то, что они получали на тренировках. Поэтому процесс в дальнейшем улучшается, и результат становится лучше. Встреча с заслуженным тренером России стала возможной в рамках проекта «Звездная дорожка», который реализуется в нашей стране с 2011 года при поддержке Федерации фигурного катания и одной федеральной компании. По мнению родителей, это уникальная возможность. Но юным спортсменам этот день, безусловно, запомнится на долгие годы, ведь на мастер-классе они получили огромный опыт и дополнительный стимул расти на спортивном поприще.